Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Иван. Вот настроил я как-то, повесил ту лампу с мини-софтбоксом, если так можно назвать. Вот как-то видите тень более-менее, которую мы с вами распаковывали в прошлом видео. Вот. И сегодня откроем вот такой большой пакетик. Пакетик большой, но здесь не так много всего. Оценили этот пакетик почти в $3. Давайте сейчас откроем его и посмотрим, что там. И здесь у нас вот такая коробочка. Больше ничего нет. Это мультиметр 830 серии. D830, по идее. Не знаю, вроде бы я черный заказывал. Вот в такой вот он коробочке поставляется. Это самый дешевый мультиметр, который я нашел на AliExpress. С функцией прозвонки должен быть. Ну, давайте уже откроем его и посмотрим. Да, вот он, черный. Провода. Инструкция. Больше ничего нет. Инструкция на английском языке. Да. Ну это ладно. Кому интересно, могут почитать. Далее. Сам мультиметр очень легкий. Такой какой-то он не особо большой. Меньше моего старого. Но и такой сойдет. Давайте я его сейчас освобожу от пленки. Вот, освободил я его от пленки. В принципе, все как и заказывал. Функция прозвонки есть. Это хорошо. С пищалкой, то есть она с зумером. Так. Это хорошо. Провода. Щупы так себе. Вот бананы. Не знаю, сейчас мы посмотрим, какой они длины. Длина у них. Ну, в принципе, длина у них стандартная. Да. Так, ну что, давайте мы вскроем его. Отверточку возьму. Так. Вот какая тут маленькая платка. Как вы видите, на SMD элементах все, в принципе. Это просто я на своем старом мультиметре, там у меня он вообще старый был, который не работает уже. И там, кажется, вот этот чип вышел из строя. Вот, давайте сейчас ставим батареечку сюда. У меня есть крона. Давайте вставим. Посмотрим сначала, как он работает или нет. Да, включается. Ладно. Давайте сейчас закроем это все дело. Так, закрыл я это все дело. Все хорошо.
Давайте ставим щупы. Черный сюда. Красный вот сюда. Так. Ну, что первым делом? Давайте проверим прозвонку. Работает ли она или нет. Да. Прозвонка работает, как вы слышите. Ну что, давайте посмотрим. Ну, самое простое проверим. Я думаю, поставим измерение переменного напряжения 750 вольт. Возьмем розеточку и измерим там напряжение. Так, щупы надо брать одной рукой. Так. Оп. 217, 215, ну 216, в общем, вольт, как вы видите, скачут показания с небольшим размахом. Так, посмотрим. Давайте мы его сравним даже, давайте. Вот с показаниями этого прибора. Кто не видел видео, посмотрите, что это за прибор. Поставим переменное напряжение 250 вольт. Да, 250. Возьмем щупы. И также давайте проверим. Оп. Что он нам показывает? В принципе, он показывает то же самое. 217, где-то 218. Да, где-то так он показывает. Давайте мы сделаем вот так. И посмотрим. Ну так он 220 показывает. В общем, вот такая вот история. В принципе, мультиметр довольно хороший. Не знаю, давайте сейчас я посмотрим, может что-нибудь найду. Сейчас еще что-нибудь им измерим. Давайте, подождите. Ну что, нашел я вот резистор и диод. Давайте сейчас мы посмотрим, проверим сначала резистор. Поставим на, ну, на 20 кОм. В принципе, резистор 10 кОм. Давайте мы посмотрим. Ну да, он. Сейчас мы вот так вот сделаем. 9,7 показывает. Ну да, в принципе-то. Давайте теперь проверим диод. Поставим на прозвонку диодов. И проверим. Так. Вот он показывает 170. Посмотрим в другую сторону. Другую он не должен проводить. Да. В другую сторону диод ток не проводит. Значит, все нормально. Диод исправен. И это хорошо. И прибор исправен. В общем, дорогие друзья, закончилась у меня пленка. Потом снимал я видео. В итоге у меня потом оно оказалось то, что не записалось. Ну, что еще хотел я сказать, то, что этот новый мультиметр чуть покомпактнее
моего старого и по поводу щупов. Вот, допустим, эти щупы чисто бананы тут такие, на моих же старых вот такой разъем. Вот как вы видите, тут защищено все. Вот. И что еще хотел сказать по старым моим щупам. Мне нравятся они тем, что вот здесь такое углубленице есть. Вот как вы видите. То есть, чем они удобные? Это удобно тем, когда что-то зажимаешь здесь, тот же резистор, и он не соскальзывает. С этих же может соскользнуть. Ну так, я покупкой доволен. В принципе, хороший мультиметр. Также гнездо для проверки транзисторов есть, все есть. Все отлично. Брал я его чисто из-за функции прозвонки. В общем, рекомендую его к покупке. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будут новые видео, еще лучше, еще круче. Ну и всем до скорых встреч. Пока-пока.